Мотивацию! Панда! Чё за тяги? Кефтеме. Luxury Russian Yours Today Life Moscow. Что это такое? Ах ты сука. Чё ты свой кидаешь? Чё она кинула? Чё она показала? А? Twitch FM не вышел, чё? Russian Top Million Most Beautiful Russian Girls in Moscow Steering Girl. А ну, дай сюда. На её мямелярви торчащие. На этих сколько тут тёлок? Ой. Ой! Испугался я. Эх ты моя милфа, смотри. Стоит. 40 лет у монет стоит. На ее колени бей. По колени могу сказать, что ей лет 35. Да не, вроде мало, да? У тебя пост, сука. Да я в стену смотрю. Давай, дальше. Да чё? Совсем голый. Как не стыдно, ну одень что-то. Вау. Вот так мне нравится, когда девочки закрытые, видите? Все закрыто. Вот видите? Обратите внимание, как одета. Все закрыто. Здесь длинная юбка, руки, все закрыто. Вообще хорошо. Вот тут чуть открыто, ну... Ладно, на первый раз прощаем. Охуеть, вот это да. Какой охуенный мини-купер. Слушаю! Ой! О! А что это за место? Что это за... Почему они падают? Вот смотри, вот шли нормально и здесь. Идиот что ли? Ой! Смотри, сейчас пойдет ебанаш. На них. Почему они все на Холланда похожи? Вообще, вот ни о чем нужен донат. Просто воздух погонял в донате. Вот, на ее гютюбе. Хорошо, вот это зачем я включил? Да, посмотрим, что здесь. Вот самый невероятный момент видео. О. Ясно. Вероятно, момент два. Бедный. Упала. Бедный. Вот следующая идет. С тобой что?
За что? Что они делают? Легенда. Подожди, там был видос поинтереснее намного. Что тут люди падают? Сюда смотри. На них смотри просто. Вырезились на свои патрики беспонтовые. На что с тобой? Что это? На ее утки. Как-то она не... Вы вот почему горбатитесь, девчонки? Ну это же очень ужасно. Ну выпрями плечи, вот так. Широчайше сделаешь, даже. Все, ушел. Что ты идешь, ну вот такая? О. Вах, да ну насмерть. Да, та же, оно же. Это трансформер? Привет, Аргенту. Ау, резко вспомните, что скоро эти самокатчики опять будут везде кататься. Дуги, привет. Резко вспомните. Вах, с тобой что? Штаны кто-то ей порвал! На ее вид фасон, ты сука, что ты на себя одел, человек? Ты, как на тарик. Фу, какой ужас, что ты нас носишь? Натуре, а? Ни стыда, ни совести. Оденься нормально, что у тебя? Ты что, ковбой шавитал? На него. Как он не смотрит витом? Спалился же, это же. Раз кинул взгляд, два кинул взгляд. Терпит. Объясните мне, я хочу приехать на Патрик и встать возле этого зеркала. Это что, зеркало любви? Что-то типа, там фоткаются все возле этого зеркала. Что, медом намазано или что? Типа в нем стоишь, и ты типа очень красивый. Секси фиш. Бутик украшений. Оу, на этот. Рубикон. Прикинь, как она срет. Если честно, прикинь, как она напрягается, когда срет вот так. Вот он. Тихо, там мокро. Я так понимаю, это лето, да? Держит. Молодец. Зима? С вами что? Это мама, это дочка, да? Угу. Понятно. На него вышел. На каких умах? По-любому приехали, попарковали машину. Вышли и аккуратно идут. Витом два телефона у него. Все показал. Все, что можно было. Демщики. Куда смотреть? Не. Умоляю. Что это за зеркало? Я не понимаю. Да, там просто ножки фоткаются. Витом модно, просто зеркало на улице. А так надо тебе на Патрике летом выскочить, чтобы тёлки в были как с тобой все фоткаются.
Реально, прикиньте, вот так на Патрике летом приду и вот так со стримом просто буду ходить, просто чтобы ко мне все подбегали, и все вот эти ебнашки, которые типа все такие из себя крутые, будут думать, ну что, он идет что ли? Не-не, без М4, пешком ходить там. Раньше приди. Стану здорово! Теперь ты тоже в онлайн, брат. Да, М4 покрути, да-да, мне уже хватило, меня в Краснодаре разыскивали, чтобы меня еще в Москве разыскивали. На приору туда приеду. Ты что ты показываешь? Спасибо за сапку, бро! Мне нравится. Ой, случайно. Вот, приятная дама. Вот видите, сразу видно, приятный. Смотрите, вот, смотри-ка, улыбчивая. Ей ничего не нужно, ни ваши машины, деньги, ничего. Вот она, в кайфе. Хуйню купил, думает, самый умный. Не понимаю прикол фонариков. Фонарики же называются, да? Мне почему-то не нравится. Там на Патриках всегда до народа, а еще больше наших братьев на русских. Так что тебя по-любому узнавать буду даже без стрима. Здорово, Рустик! На зеленый, брат! Как ты? Думаешь, бзик? О, сколько людей! Просто сколько людей, просто посмотрите. Каждая одевается, самое дорогое в своей жизни одевается. Что делаешь? Что это? Ага. Что? Беру? Ага. Блядь, отца не сексин, блядь. Ой, хороший милф. Я сейчас на Патриках с Луной. Жопу мне отлежи, какой ты на Патриках с Луной, что ты несешь? ДГ. На этот, вах, на этих бодибилдерш. На ее ноги. Че она? Че, на кайловерах что ли она двигается? Или че, я не понял. На этих акул, они ходят везде. Идет, ты едешь в такси, в экономе. Чисто на Патриках, на красном салоне. Ты что, тупой? Телефон сел! Хотя... Подожди, этот идиот мне еще и звонит. Подожди, где он? Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице, через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут, ты транса, я жесткий мужик.